Ни экстрим, ни поход на выживание для самых выносливых. Золотое кольцо Сибири – туристический маршрут, рассчитанный на обычных людей по всему миру, которыми движет познавательный интерес. А потому и багаж у томских первоиспытателей обычный, отпускной. Сложность вот этого настоящего нашего тура, что он первый раз. А когда первый раз ничего не знаешь, и мы за 15 дней должны пройти 10 регионов, но тем не менее все равно нам, у нас четкая была задача. Обычные вещи. Две футболки, там две смены белья, фотоаппарат, видеокамера, все. От задумки до реализации несколько лет. Велика Сибирь. Интересно и уникально. От туристических маршрутов, включающих в себя более 10 регионов за 2 недели, до сегодняшнего дня не было. Идея родилась 4-5 лет назад, когда приехал в гости друг из Франции и хотел очень быстро отправиться на Байкал, поснимать и вернуться в Томск. Не было логистики так скоро отправиться на Байкал и вернуться буквально за 2 дня. И вот эта идея, когда нужно оптимизировать Сибирь, когда нужно делать маршруты короткие, быстрые, скоростные, с малой авиацией, чтобы посмотреть всю Сибирь. Эти 2 недели обещают стать для туристов, если не самыми, то точно одними из наиболее насыщенных в их жизни. В путь предстоит отправиться на автобусе, поезде, самолете, машине и даже квадроциклах в труднопроходимых местах, например, таких, как перевал Кату-Ярык в Горном Алтае. По задумке разработчиков, на каждый регион уйдет 1,5 дня. Первооткрыватели волнуются, успеют ли поучаствовать в Тыве, в шаманских обрядах и посмотреть местные красоты, переплыть на катере Телецкое озеро, увидеть пики Алтайских гор, посетить нерпинарий на Байкале, попробовать омоля и познакомиться с ламой в бурятском Дацане. Я ожидаю, конечно, много красоты, много интересных людей. Очень хочу сделать как можно больше красивых фотографий, видео. Мне кажется, что Сибирь – это вообще такой бренд, это вообще такое слово, которое известно во всем мире. Вот. И в умах многих иностранных туристов Сибирь – это вот такое слово, которое вызывает много ассоциаций. Причем это что-то такое большое, непонятное. И очень многие мои знакомые, в том числе иностранцы, они вот прям мечтают побывать в Сибири. После тестирования маршрута проект «Тымичей», поддержанный полпредом по Сибирскому федеральному округу Сергеем Миняйло, должен выйти на федеральный уровень. К «Золотому кольцу Сибири» уже проявили интерес жители Китая и Европы. Для них маршрут откроется через год. А пока за подробностями передвижения по сибирским красотам туристов-первоиспытателей можно следить на портале «Золотое кольцо Сибири РФ». Идем вперед!